Всем привет! Сегодня я вам сниму две коллекции, которые мне достались по VIP-новинкам. К сожалению, остатки придут, Антон, какого числа? 20 какого-то, да? 21-го, да, 21 числа. И сейчас я вам покажу коллекцию Анималиста 2.0. И вторая коллекция называется Богемия из каталога 4/2020. Ну, в целом впечатление очень хорошей коллекции. Но вот, допустим, сейчас на мне получается футболка с металлизированным принтом. Светленькая. Это размер 44, как вы понимаете. Она должна быть полуприлегающего силуэта. Тут идет завязочка. Ее можно развязать, перезавязать. Я считаю, что она как-то вот немножечко мешается мне. 44, потому что я заказывала Екатерине, но она до сих пор не пришла. И я решила отснять за нее. Ну, вот так вот смотрится, да, немножечко не по размеру. Значит, у этой футболки, она называется трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Цвет белый, размер 46, состав 100% хлопок. Артикул 525-015. Вот, дальше, поедем с вами дальше. Я примерила на себя штаны. Никогда не заказывала штаны, потому что знаю, что мне штаны не идут. Я люблю джинсы носить, джинсы с чем-нибудь вязаным. Ну, как вы видите, штаны мне малы. Они мне малы, и мне, скорее всего, подойдет размер 52. Эти брюки у меня примерила моя подруга Марина, и они как бы... Как вам сказать, на Марину сели очень хорошо. Марина носит 44-46 размер. То есть, получается, это маломерки, которые, ну, видите, да, дуют карманы, они сильно в обтяжку. По ростовке я 1,62 метра, они мне подошли хорошо. Идеально подошли, да, по ростовке. Вот, не обязательно даже с высоким каблуком, нормально с платформой смотрятся. Широкие брюки, цвет светло-голубой, 97 полиэстер, 3 эластан. Что в них хорошего, кроме того, что они маломерят, это то, что брюки, пока мы их примеряли друг за другом, они уже практически расправились прямо из упаковки. Это очень нравится, они не мнущиеся, они еще и, ну, грубо говоря, расправляются, да, во время носки, то есть не мнутся. Это прям шикарно. 2,399 по цене каталога на страничке 309. Не знаю, как вам будет видно, не видно. Это не мой фасон, это не на мою фигуру, но они очень классные. Сейчас я примеряю вот такой вот жакетик с поясом. Цена его 3,999. Цвет светло-голубой. Состав: основная ткань 97 полиэстер, 3 эластан и подкладка 100% полиэстер. Пиджак мне более-менее подошел, но, конечно, его тоже нужно на размер побольше. Потому что, когда я его застегиваю, сзади все натягивается. То есть, очень плохо помещается грудь. И, опять-таки, на моей подруге он сел замечательно. Он сел великолепно. И ей он понравился. И она его прям захотела себе заказать. И вот именно 50 размер на 46 подошел великолепно. 46-48 она носит. Вот, и что еще хочется сказать, так, тут карманы есть, глубокие достаточно, вот до сюда, да, ну и как вы видите, если бы я заказала 52 размер, тут бы у меня не было гусеницы нашей любимой. По плечам он мне более-менее нормально, но прям видно, что да, что костюмчик маловат, хотя смотрится прикольно. Сейчас на мне трикотажный джемпер для женщины, цвет голубой, размер 50. Состав 40% хлопок, 35% полиамид, 25% вискоза. Подкладка у него есть. Кстати, очень хорошо тянется подкладка, меньше, чем сама вещь. 95% полиэстер, 5% эластан. Артикул 525-131. Так, ну, нравится. Реально классный, но великоват. Вот тут вот, да, видите, как бы великоват. Сейчас Антон покажет, как он выглядит с ценником совсем. Вот есть белый. Белый я тоже покажу, мои дорогие. Следующий — это трикотажная юбка для женщины. Артикул 525-149. Юбочку однозначно я себе оставляю. Она мне очень-очень понравилась. Она симпатичная. Она как-то приталивает силуэт с
скрывает коленочки, все как бы отлично. Видно, Антон, да? Да, да, все видно. Да, видно. Сейчас эту же кофточки обе примерит мама. Вот так вот она выглядит в каталоге, эта юбка. Угу. Антон мне помогает. Спасибо. Легкий трикотажный джемпер для женщины, цвет белый. А, точно такой же, как предыдущий, с таким же подкладом. Все, артикул 525-137, 50 размер. А, тоже был на размерчик его, как вы видите, поменьше. Но, в принципе, уже хорошо. То есть, есть где-то большемерки, есть где-то маломерки. Не могу сказать, что он на мне как бы нормально смотрится, потому что, если я нагнусь еще что-то, то это все вот как бы будет торчать, все будет некрасиво. Вот, на размерчик поменьше. Если вы для себя возьмете своего размера, то будет здорово. Ну вот сейчас джемпер на маме очень хорошо смотрится, да, как вы видите. И белый тоже на ней будет очень хорошо смотреться. Я думаю, мы обе отдадим прям маме. И с пиджачком, и без очень хорошо. И, кстати, даже можно с собой на курорт взять вечером, куда-нибудь в ресторанчик сходить, да. Да. Вообще универсальная вещичка, классная. Обе причем. И белый ей тоже будет изумительно. Сейчас на мне водолазка, называется трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины, цвет мультицвет, размер 52, состав 95 вискозы, 5 эластан, артикул 525-544. Ну, водолазка как водолазка, прикольная, буду носить с джинсами, с юбкой, совсем хорошо подойдет. Вот так вот она в каталоге представлена. Вот, я думаю, что очень даже неплохо смотрится, да? Сейчас на мне блузка с длинным рукавом для женщины, цвет мультицвет, размер 50, состав 100% хлопок. Ну, что я могу вам сказать, надевается она через горловину, тут есть манжетки, расстегивается, застегивается, она абсолютно не тянется, но она очень свободная. Вот тут есть какой-то вот такой запах, да, то есть как бы он идет сплошняком, то есть тут нет ни пуговиц, ничего. С одной стороны хорошо скрывает животик, с другой стороны у меня грудь в нее не входит, и я не могу в ней двигаться. Но по идее очень даже симпатичная, освежает и в глаза не кидается, и все как бы отлично. Я говорила артикул 525-507. Вот так вот она в каталоге тоже свободна. Джемпер с длинным рукавом для женщины, Faberlic, цвет белый, размер 46, 60 хлопок, 40 акрил, артикул 525-242. Ну, что могу сказать, тянется хорошо, к телу очень приятно, не колется, очень хорошее ощущение, мне она очень понравилась. Да, рукавчик, как вы видите, тут немножечко спускается, резиночка, низ выполнен в форме резинки, рукав короток мне, да, не видите, как... Немножечко коротковат, поэтому будьте внимательны, если вы выше ростом. Но мне нравится. Я даже люблю еще короче рукавчики. Вот так вот примерно носить, поэтому я все равно буду загибать. Так, на мне трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Цвет розовый, размер 50, состав 60, хлопок 40, акрил. Артикул 525-292. Очень нравится кофточка, мягкая, нежная, прикольная. Косы такие крупные, классные. Цвет очень приятный. Так вот она представлена у нас в каталоге. Катальный джемпер с длинным рукавом для женщины. Цвет зеленый, размер 46. А почему 46? Так вот она почему меньше смотрится. Размер 46. Да. А, так это я Кате примерить заказала. Мне так понравился 46-й. Смотрите, да. Отлично смотрится. 46-й на мне. Катя осталась бы за кофты. 60 хлопок, 40 акрил. Вот я думаю, розовую себе на 46 перезаказать. Ну хорошо же смотрится. Да? Великолепно. И бригали в это все. Как бы велико будет. Катя, скорее всего, будет велико, потому что мне нормально. Так, у 46-го артикул 525-284. Вот тебе на. Вот так вот она представлена. Трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 524-985. Цвет синий, размер 50, 100% хлопок. Трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 524-967. Цвет белый, размер 50, 100% хлопок. Сейчас на мне трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 525-009. Цвет черный, размер 46. Состав 100% хлопок. Кто-то к нам пришел. Очень мне она понравилась, кстати. Клево смотрится.
Сейчас на мне трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины. Цвет голубой, размер 50, состав 95, вискоза 5%, эластан, артикул 525-119. Знаете, вот тянется хорошо, тоненькая, кожа в ней будет хорошо дышать. В общем-то, отлично. Просто очередной новенький свитер, да, или водолазочка. Трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины. Цвет белый. Размер 50, 95 полиэстер, 5% эластан, артикул 525-513. Ну, это такая вещь с кроссовочками, суперская. В принципе, по попе нормально, но как-то вот тут слишком свободно, тут рукава слишком длинные, хочется их загнуть. Да, то есть, ну, как бы, мне кажется, что на размер меньше, если вы ее возьмете, вам будет очень даже хорошо. А блузка с длинным рукавом для женщины, цвет белый, размер 50, 100% хлопок, не тянется или тянется? Нет, есть немножечко, чуть-чуть. Так, артикул 525-501, смотрите, то есть она идет так же, как та предыдущая, но и вот так же вот тут на растопырку на какую-то, да, то есть так вот если боком стоять, не поняла, да, то есть тут маловато, тут великовато как-то все. Мне не нравится такой фасон, хотя начало сделано, в принципе, здорово, хорошо посмотрелось бы, если бы не вот как-то, не знаю. Так, сейчас на мне водолазка, это не премиум и не, как это называется, не анималисты 2.0 и не вот эта вот первая, которая была. Это вообще просто водолазку я решила заказать. Обшиблась с размером. Взяла размер L, мой размер XL, потому что 50 это XL. Конечно же, она все выделила, все обтянула. Но просто вам показать ее, да, то есть она классная. Она классная, я буду перезаказывать на размер больше. Артикул у нее, так, 870-015. Так, кстати, очень хорошо на Катерине. Это водолазочка, поэтому это не возврат, мы ее ей оставляем. Так, вот, кстати, кофта. Катерина, ты ее себе оставляешь, да? Да. Да, Кате понравилась кофточка. Мы думали, она ей будет велика, но смотрите, какая безразмерная, да? И я ее померила, 50-й размер, и Катя померила, и обеим хорошо, реально обеим хорошо. Ну, я вообще в шоке над такими универсальными кофтами. Кстати, помните ту кофточку, которая мне понравилась? Смотрите, Катя ее тоже себе берет. Это размер 50, как вы помните. Ну и еще давайте пробежимся с вами по кроссовкам. А, как размер? Катюш, тебе размер в размер они? Они, ну, там свободно, но я думаю, что да, размер подходит. Подходит, да, я тебе 36 взяла. Свободноваты, да? Ну вот эти хорошо. Тебе нравятся они вообще? Да. Будешь носить, да? Мне очень нравятся, знаешь, такие пастельные тона вот. Угу. Угу. Покрутись, повертись нам. Очень большой. Я уже крутилась. Очень высокая платформа. Ну, в общем-то, да, действительно классная, действительно в попад прям. Значит, артикул у них не могу найти, тут столько всего по-английски стало написано. А вот артикул 885-404. Вот размер 36, гарантия 30 дней. Значит, склад, ой, состав искусственная кожа и текстиль. Подкладка, текстиль. То есть, Катя, оставляешь их себе, да? Да? Симпатичные. Ну, мне, да, мне правда понравились. И кофта, кстати, на тебе смотрится очень даже шикарно. Но Катя любит что-то немножечко, то, что ей великовато, так вот свободно, мешковато. Да? Да, мешковато. Она прям это все собирает, обожает. В магазине постоянно это все выпрашивает у меня. А тут прям Фаберлик ей угодил. Сейчас на Катерине куртка из джинсовой ткани для женщины. Цвет синий, размер 46, состав 70 хлопок, 20 полиэстер, 10 вискоза. Куртка из... Так, артикул 525-230. Ну, я считаю, что эта куртка очень молодежная, и в ней можно ходить, как, допустим, в колледж, в универ, можно ходить и по улице, и она подойдет как верхняя часть одежды, так и нижняя, как накидка на то, что вы наденете под нее. Куртка для женщины, цвет розовый, размер 50, состав 100% полиэстер, и верх, и подкладка. Артикул 525-537. Ну, в общем, что я могу сказать об этой... Что я могу сказать об этой курточке, накидке, толстовке, ветровке? Она очень милая, она очень приятная. Я очень люблю пастельные цвета, тона. И если вы тоже их любите, то, в принципе, она для вас. Угу. Карманы? Карманы, так, сейчас посмотрим. Карманы на груди, вот тут, они достаточно глубокие, то есть вот так ладонь входит. Угу. Так,
Ну, и снаружи и внутри баллон, что ли? Баллонька, да? Баллонька. А тут вот карманы в районе бедер нету, да? В районе бедер нет. Там... Ой, тут... Подкладка какая-то, да? Тут подкладка вовнутрь, а здесь карман. Угу. Так, сзади то, что вам ничего не так. Сзади пусть, да, пусто все. Ну, Кать, ты можешь ее носить? Тебе нравится? Да, она мне тут нравится. Ну, оставляем, да? Да, оставим. Ну, я бы тоже оставила. Ну, все, носи с удовольствием. Трикотажный джемпер с коротким рукавом для женщины. Артикул 524-490-30. Черный размер 50, состав 100% хлопок. Ну, такое, не идет мне особо черный верх. Огонь платье. Коротким рукавом для женщины, цвет зеленый, размер 50, состав 100% полиэстер, артикул 525-298, с удовольствием оставляю. Пояс может быть такой, да, то есть можете сделать на пояс, можно носить без пояса, тоже будет хорошо, можно любой другой тоненький поясочек. Оно подойдет под все аксессуарчики, единственный недостаток, ну, как вы видите. Но это легко очень убрать, да, этот недостаток легко убрать. У меня, в принципе, что магазинская одежда, что Фаберлик, вся вот в этом месте страдает немножко. Но платье просто великолепное, оставляю, даже не задумываясь. Оно суперское. И вот тут, смотрите, низ длиннее, задлиннее, чем перед. Ну, в общем-то, красиво смотрится. Очень хотелось показать, как костюм смотрится на Марине. Вот смотрите, да, то есть все идеально. Марина у нас идет 44-46 размер. Нет, 46. А, 46-48, извиняюсь, да. То есть и на ней уже абсолютно по-другому. И на попе, и везде смотрится. Поэтому это нужно брать на размер побольше. Вот, значит, такие вот штаны у Марины. Марин, вот камера там. Да, такие вот штаны у нее на размер... Ну, слушай, нет, на размер больше штаны не нужны. И они у нее очень хорошо смотрятся по попе. Прям идеально на попе сидят. Прям стройнят, все здорово. Вот, видите, как хорошо. Прям все-все-все великолепно. У меня же они очень-очень сильно врезались. Очень красивый цвет. Это трикотажная сукня. Ой, трикотажное платье. Это по-украински, наверное. Трикотажное платье с коротким рукавом для женщины. Цвет зеленый, размер 50, состав 95%. Полиэстер, 5 эластан, артикул 525-316. Длина не моя, опять-таки сзади дует, опять-таки вот все вот, да, недостатки, но спереди великолепно. Да, выточки очень низко, то есть получается, что просто не мой крой, это на женщин повыше, нежели я. Трикотажное платье с укороченным рукавом для женщины, цвет черный, размер 50, состав 60, вискоза, 40, нейлон, артикул 525-089. Платье великолепное, качество хорошее, все нравится, но, как вы видите, его надо, может быть, на размер больше брать, потому что оно обтягивает все недостатки, все прямо наружу. Ну и достоинства, и недостатки. Трикотажное платье с длинным рукавом для женщины. Артикул 525-095. Цвет белый, размер 50, 60, вискоза, 40, нейлон. Мужу очень нравится это платье. Мне, я вижу, что все мои недостатки, ну и достоинства тоже, все-все-все показывается. Я не знаю, давайте голосовать в комментариях, оставить или отправить. Ну, в принципе, в магазин сходить нормально. Трикотажное платье с коротким рукавом для женщины, артикул 525-561, цвет светло-голубой, размер 50, 95 полиэстер, 5% эластан. Груди туговато, опять-таки сзади дует, вот видите, вот это место. То есть, ну, это, во-первых, нужно, мне лично нужно на размер больше, и вот это вот отрезное платье, вот его сюда, вот, да, то есть немножечко подкорректировать, потому что оно, во-первых, все недостатки выставляет, да, то есть надо на размер больше его брать обязательно. И так и низким девчонкам, да, ростом 161 сантиметра, но по росту не подойдет. Так, сейчас на мне брюки из джинсовой ткани для женщины, цвет синий, размер 50, состав 70 хлопок, 20 полиэстер, 10 вискоза, артикул, артикул 525-202. Я вам могу сказать, еле их на себя натянула, они мне малые, они абсолютно, ну, может быть, чуть-чуть, очень минимально тянутся, вообще незначительно. Они мне
сильно малы, мне, если такие заказывать, то может быть даже и на пару размеров больше, не на один, но на один размер это точно больше заказывать. Я в них не сяду, вот до какой степени они мне малы, и я в них ничего не смогу делать, да, то есть полноценно ходить тоже не смогу. Они очень маломерят, ну, лично для меня, да, они маломерят. Далее, и довольно сносный, красивый трикотажный джемпер, очень мне понравился. С длинным рукавом для женщины 525-519 артикул, размер 50. Ну вот смотрите, длину рукава, да, то есть немножечко что-то вот чуть-чуть великовато. 95 полиэстер, 5 эластан, цвет светло-голубой. Ее бы я оставила, но немножечко бы на размерчик бы поменьше. Она классная, она классная. И вот эта вот предыдущая, да, с лицом женщины, да, тоже мне понравилась. Я бы ее тоже на размерчик меньше бы взяла с удовольствием. Вот честно, примерив этот плащ, я уже пошла взвешиваться. Думаю, не дай боже, я уже, наверное, располнела, да, то есть, ну, у меня было такое ощущение, потому что очень много коллекций, да, две вещи всего лишь больше мерят, все остальное мне или длину по силуэту, или мало мерит. Слава богу, весы показали, что я вешу на килограмм меньше даже, чем прошлое взвешивание, поэтому я не располнела точно, и плащ, по ходу дела, маломерка, мне так кажется, потому что что джинсы, что плащ действительно малы. Плащ шикарный, плащ классный. А в груди, кстати, нормально, но, как вы видите, идут шлейки, дуэт. Он из такой ткани, да, слышно, я думаю, в камеру, как клееночка такая, шикарно смотрится. Все 100% полиэстер, верх и подкладка, цвет светло-голубой. Тут идут пуговки, тут идут тоже такие вот. Ну, вы знаете, это классика, которая никогда не выйдет из моды. Тут есть внутренняя пуговка, да, то есть вы можете, чтобы у вас оно не раскрывалось. То есть смотрится весьма шикарно. Сзади пояс. Да, сзади пояс. Пояс этот можно расстегнуть, сделать по талии, можно убрать, можно оставить сзади. То есть никаких нареканий вообще нету. Единственное, что мне надо его на размер побольше, хотя в плечах оно мне, как вы видите, нормально. Ни велико, ни мало. Поэтому вот так вот. Ну что ж, мои дорогие, с вами была Конова Аня. Рада была показать вам коллекцию, обе коллекции. Гемия и Анималиста 2.0. В принципе, я вам могу сказать, что качество одежды, на мой взгляд, очень хорошее. Очень хорошее. И все, что мне не понравилось, это то, что много вещей мало мерят. Некоторые вещи больше мерят, да, то есть и сложно как бы подобрать под свой размер, чтобы подходило. Вот, я так понимаю, это сделано для того, что есть те вещи, которые мне показалось, что они больше мерят, они просто идут как полуприлегающий силуэт, да, и из этого мне кажется, что они, ну, вот такие вот. Маме, кстати, этот плащ идеально, она его захотела оставить себе, смотрите, как классно смотрится. Ей очень понравилось, она прям его захотела себе оставить. У нее как раз на эту пору времени абсолютно нечего надеть. А он даже под дождем не промокает, этот плащ. И ей очень идет. И, кстати, видите, она в блондинку перекрасилась. Ей сейчас светло-голубой, ну просто идеально. Ну и брюнеточкам будет очень хорошо освежать. Вот, поэтому мама плащ оставила. Это же самое платье, которое я отправила на возврат из-за того, что у меня сзади на спинке дулось, как хорошо смотрится на Александре. Мы сегодня отмечаем День влюбленных в кафе, поэтому у нас шумно немножко. И вот смотрите, как красиво. Вообще идеально село. Саша ростом 1,70 м. Прямо все прям наиотличнейшее. Ни к чему не придерешься. Смотрите, образ на Ириночке Перемечевой. 1,76 м ростом. Отлично тоже села. Просто невероятно. И с кроссовками красиво. И штаны отлично сидят. В общем, все великолепно. Штаны 52 размер у Ирины, а пиджак 50 размер. Тоже очень классно смотрится.